Всем привет! Сегодня на распаковке такая вот маленькая посылочка. Сейчас мы ее откроем. Здесь такая девушка для, скажем так, успокоения нервов. Называется магический куб. Вот. Но здесь Fit Get Куб. Что это такое? Сейчас посмотрим. Значит, вот так это выглядит. Такой кубик. Прикольные коробочки. Значит, на нем есть выключатель, есть кнопочки, которые клацают, нажимаются. Кстати, вот эти боковые не нажимаются. Вот джойстик. Он не нажимается. Так. Колесики, шарик. Шарик нажимается. Плохо, что колесики, они не трещат. То есть, не как кодовый замок. Ну и такая крутилочка. Ну, он такой ведь софт-тач, приятный на ощупь. Это такой же. И еще один черного цвета. Вот тоже. Примерно все одинаково. Ну, по качеству так, более-менее. Фокус. Значит, джойстик. Но он не нажимается, то есть просто со стороны в сторону может ходить. Потом вот эти кнопочки. Две из них не клацают, вот эти. А вот эти три, они клацают. Шарик нажимается и вращается. Крутилочки не щелкают, то есть просто крутятся. Так, едем дальше. Выключатель двухпозиционный. И еще вот эта вот крутилочка. Она тоже не щелкает, но чувствуется, что там что-то переваливается. Плюс вмятинка. Ну, в общем, такая штуковина. Вертеть в руках, чтобы ручкой не клацать, а клацать вот этой штуковиной. Ну, такая безделушка. На сером, наверное, грязи будет меньше заметно, чем на черном. Вот, в общем-то, и все. Ссылка на продавца в описании. Вот такие штуковины. Подписывайтесь на канал. Дальше тоже будет много интересного. Все, всем спасибо, всем пока.